Например. Получается 8. Да. 8 на 2 делится, получается 4. Да. Можно сделать так же. 4 плюс 4 и еще плюс 4. Но это уже не двух чисел, это уже сумма трех чисел. Ну да. Нет, именно продукт. То есть вы берете случайное четное число 4, другое случайное четное число тоже 4. Да? Кстати, у вас интересно. Кстати, третье случайное четное число вы взяли, это тоже была четверка. По-моему, вас заело. Да? То есть у вас каждый раз случайное число, это будет обязательно четверка. Любой момент. Так вот, к сожалению, это, конечно, доказательство неверно. Потому что невозможно доказывать общую, смотрите, невозможно доказывать общую теорему с ссылкой на конкретный факт. Значит, господа, если бы он взял два четных числа и сложил бы их и получил бы нечетное, то совершенно понятно, что теорема была неверна. И внимание, одного этого примера хватило бы, чтобы полностью опровергнуть всю теорему. В математике утверждение любое либо истинно, либо нет. Вот всякие такие, как вот ну, в жизни вы можете сказать, он почти добрый человек. Вот давайте все-таки в математике бывает либо истина, либо ложь. Поэтому нужно доказательство. Не иллюстрация на каком-то одном конкретном примере, даже на двух, даже на десятки примеров. Нужно строгое доказательство следующей теоремы. Сумма четных чисел четных. Это нужно доказать. Да. Надо. Стоп. Не надо, а нужно. Я сделаю так. То есть вы не можете говорить за все доказательства на свете. Да-да, и что вы будете делать? Да. Надо 2n. Угу. И да. Еще у нас, например, и есть еще плюс 2k. Ну, вы понимаете, обычно k. К. Да, да. Это равно. Два умножить на сумму чисел n и k. Так, садитесь, спасибо. Еще там... Умение вовремя сесть – это великое умение. Экономить чужое время, свое тоже. Господа, на самом деле все доказал. Он действительно все строго доказал. Почему? Ну, конечно, мог бы букву К написать покрасивее, мог бы нажать мелом посильнее, но претензии к его доказательству только такие. Ну и что не хотел сразу сесть. Хотел еще какие-то речи произносить здесь, да? Так вот, больше никаких речей не нужно. Умейте останавливаться, умейте понять, что теорема уже доказана. Больше ничего не надо. У вас есть общая формула для четного числа. 2n. У вас есть формула для другого четного числа. 2k. Вы складываете эти числа. И вы действительно получаете двойку, умноженную на какую-то сумму. Если честно, не имеет ни малейшего значения, что здесь в скобках. Поскольку важно только то, что это целое число. А как известно, когда вы складываете два целых числа, то получаете целое. Вот, слушайте, я тут в предыдущую группу, когда у нас был кружок, спросил, и вдруг выяснилось, что никто не знает, как будет по-английски целое число. Ну хорошо, вопрос попроще. Как будет число? Нам. Нам, отлично. Уже счастье. Нам. Whole number. Whole.
Все сказали точно так же. Нет, конечно. Конечно, нет. Нет, число, оно бывает. То есть не обязательно целое. Господа, ну это, в общем, надо знать. Целые числа. Integers. Целые числа. Ну и, соответственно, integer, целое. Хорошо. Как будет натуральное число? По-английски? Да. Это гораздо легче. Это можно догадаться. Натурал. Молодец. Совершенно верно. Я чего вам? Хорошо. Хорошо. А как будет четное? Ну и нечетное, соответственно. Count. Как? Четное число. Как? Каунт это считать. Да, это счет. Каунт это счетчик. Но мне нужно не начать, а число, в смысле, четное и нечетное. Что? Кто не знает? Удивительно. А слова-то очень простые. Трехбуквенное слово. Ту. Тихо, можно? Ту. Что? Ту. Нет. Вот. Нечетное. Оно же странное. Ну. Вот. Странное число. На самом деле точное математическое значение. Нечетное число. Хорошо. Как будет четное? Not-od. Что? Not-od. Это вы пытаетесь придумать. Нет, это вы пытаетесь придумывать. Совсем другое, короче, да? Нам? Не то. Even. Even нам. Четное число. Так, а теперь вопрос по истории. Наверное, вы знаете, что, ну, конечно, бывают иногда странные улицы. Например, в городе Щелкино, где мы были на летней школе, там нет ни одной улицы, а во всем городе просто дома пронумерованы. 1, 2, 3, 100, там, 110. Вот. Но это редко. А в большинстве случаев улица устроена следующим образом. С одной стороны, четная мера, нечетная. С другой нечетная. Скажите, пожалуйста, когда люди это придумали? Варианты ответа. Третий век до нашей эры, пятый век нашей эры, десятый век нашей эры, шестнадцатый век, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый. Давай. Третий век до нашей эры. Двадцатый век. Десятый век нашей эры. 17-й. Хорошо. Прозвучал правильный ответ. 19 век. Кто придумал? Скромный. Какие варианты? Петр Первый – это не тот век. Я не это знаю. Тише. Хорошо, в какой стране? Ван Грозный. Ван Грозный тоже 19. В Англии. Ну вы что, ребят, ну историю надо можно знать. В Англии. В Канаде. На самом деле почти правильно. Когда, конечно, могли придумать в Англии, на самом деле это было придумано во Франции. И я могу сказать вам простую вещь. Это было одно из многих изобретений, которыми математики действительно помогли жизни. Господа, вот подумайте, когда вы оказываетесь на незнакомой улице, представьте себе, что если бы нумерация шла не вот по этому принципу. Пришлось бы все дома оглядывать, смотреть. Вы понимаете, что было бы гораздо труднее? Потому что вы тогда
не понимали бы, а что будет напротив. Вы скажете, что номера обошли так, 1, 2, 3, 50, 51, 52, 100. Ничего подобного. Если бы не было вот этого принципа 1, 2, 3, 4, 5, 6, строители ведь не знают, какой у них улица получится. Понимаете, редко города строятся так вот, нарисовали план и на ближайшие 300 лет строим по этому плану. Очень часто бывает, что люди построили улицу, а теперь представьте себе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а потом поняли, что ее надо еще дальше протянуть. Что тогда будет? И получается... 10, 11, 12, 12, 14, 16, 17, обрыв. А может, 17, 19, 20. А если еще какой-нибудь дом сгорит, а если еще кто-нибудь что-нибудь снесет и построит на этом месте заново, то если бы не было вот этого принципа, нумерация была бы в высшей степени трудной. Вот такая простая математическая идея, поставить с одной стороны четное, а с другой стороны нечетное, как ни странно, экономит довольно много сил. Так, следующая теорема уже была произнесена, но я ее запишу теперь. Сумма четного и нечетного чисел нечетно. Хорошо. Кто докажет? Хорошо. Только быстрее, и уж на этот раз нажимайте посильнее. Никто не ленится, все записывают. Пожалуйста, в тетрадях эту формулу. Да, да, быстрее. 2b плюс. Если можно, то скобки. Потому что все ты хорошо пишешь. В скобочках. 2, какая будет дальше буква? С. Очень хорошо. 2 С плюс 1. Равно. Да. 2 умножим на Б. Произведение чисел Б. Вот интересно, плюс... когда ты начинал писать формулу, ты мог сообразить? Мог, да? Да. Вот это такая же часть умысла математика. Сообразить, что если начал вот здесь, то не влезет. Правильно? Пиши равно. И напиши, чтобы тебе все равно есть место. Понимаешь? Вот зачем рисковать? Начни нормально. Теперь ты точно влезешь. Вау, он умножить. Да. 2 умножить на произведение чисел 2, b плюс c плюс 1. Так, вам подумать слово? Доказано. О, ну это просто неверная формула. Формула просто неверная. Садись, 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 уже все. Давайте разбираться, почему. Давайте разбираться, почему. Значит, смотрите, скобки можно убрать. Потому что все время только знак плюс. И, конечно, можно без скобок. Двойку можно вынести за скобку. Такое правило тоже есть. И вот теперь получилась правильная формула. Заметьте, здесь целое число. Соответственно, это четное число. Сумма нечетная. Нечетное число. У вас скобка стояла не в нужном месте. Так, смотрим теперь, в книжке есть еще и третья теорема. Сумма двух нечетных чисел. Сумма двух нечетных чисел. Четно. Так, пожалуйста, из книжки перепишите доказательства. Я для тех, у кого нет книги, кто смотрит эту видеозапись, скопирую. А вы, пожалуйста, в тетрадь не поленитесь переписать. Я понимаю, что в книжке это написано, но своими руками это очень полезно проделать.
То есть смотрите, какая история. Да? Не надо ничего отвечать. Уже все написано. Уже написано. Уже то, все, что остается, только там тени, полутени. Можно цветным мелом разукрасить, но не более. Теорема уже доказана. Мы взяли общую формулу для нечетного числа, общую формулу для другого нечетного числа. А и Б могут случайно совпасть, могут они совпадать. А и Б – любые целые числа. Сложили, да, переставили слагаемые. Это есть такое правило, при перестановке слагаемых сумма не меняется. Вынесли двойку за скобку. Все получилось. Все получилось. А вот следующая, 435-я задача, говорит не о сумме, а о произведении двух нечетных чисел. Пишем. Произведение любых двух нечетных чисел. Нечетных. Ну, на самом деле даже не двух, любого числа. Потому что когда, если вы перемножаете 2, получаете нечетное число, то и на 3 умножаешь, будет нечетное, не 4. Так что от количества множителей не зависит. А, кстати, вот здесь зависит. Если бы здесь было не 2, а 3, то что бывает, когда мы складываем 3 нечетных числа? Нечетное. А когда мы складываем 4 нечетных числа? Четное. А 5? Нет. Нечетное. То есть так чередуется, да? Да. Давайте я на всякий случай даже общее правило сформулирую, потому что эта вещь довольно часто используется. Сумма нечетного набора. Ой, нечетного количества, давайте так. Нечетного количества нечетных чисел. Я на главном пятне. Какая? Скажем, 3 нечетных числа складываешь. Какой получается ответ? Нечетный. Совершенно верно. Так, ну что, доказываем теорему. Обратите, пожалуйста, внимание. Очень часто методисты всевозможные и вообще все эти начальники от образования говорят, что доказательства в школьном курсе математики впервые встречаются при изучении курса геометрии, когда из аксиом выводят. Полная ерунда. В алгебре, на самых, в арифметике, на самых первых страницах, согласитесь, что это не какая-то сверхсложная вещь. Это не какая-то сверхсложная вещь, числа четное и нечетное. Так вот, на первых же страницах алгебры на самом деле есть доказательства. Другое дело, очень часто в школьных учебниках вместо того, чтобы доказывать, говорят, запомните правила. Господа, вы можете замолчать? Вообще, во время рассказа не полезно свои домашние дела обсуждать. Вообще это очень неприлично. То, что сейчас, можно встать и идти. Спокойно встать и идти, можешь не приходить. Но тратить чужое время на свою болтовню очень не здорово. Так вот, дорогие мои, доказательства в алгебре столь же строгие, как в геометрии. Они столь же необходимы. То есть вот это не правило. Это не наблюдение за числами. И оно доказывается не так, что посмотри несколько примеров, все время так, значит так всегда и будет. Ничего подобного. Это математическая теорема. Мы ее сейчас докажем. И не на примерах, не бывает доказательства общего утверждения на примерах. Бывает полный перебор. Пожалуйста.
Если бы множество целых чисел было бы конечным, мы бы просто их все перебрали, поперемножали. Прошу вас. А точка такая, жирная точка, вот напишите. Да, и знак разницы. Напишите на равно. Да. Все, все правильно понял? Давайте, пишем. Да, 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 пиши быстрее. Два АВ. О, а вот это уже ошибка. А вот это уже ошибка. 2А умножаешь на 2Б, не получится 2В. Давай объясним. Скажем, А равно 3. А 4 АВ. B равно 7. Что такое 2А? Это 6. Что такое 2B? Это 2 умножить на 7. 14. 14. Сколько будет 6 умножить на 14? 84. 84. А теперь скажи мне, пожалуйста, сколько будет 2AB? Это значит 2 на 3 и на 7. Сколько? 42. Видно, что получились разные ответы? Да. За счет чего? Я уже исправился. Нет, ты не исправился. Сейчас мне важно, чтобы все остальные тоже не поняли. Два, вот идея такая, умножается на вот это. Потому что умножается на... И два на два тоже умножается. Да. Я сказала, да. Значит, что здесь должно быть? Четыре. Молодец. Дальше. Потом это умножается на один плюс два. Потом это умножается на два Б. Так, господа, нас заодно и скобки вскрывать учат. Здорово. Да, и умножаем на 1. Да, да, да. 1 это 1. Плюс 1. И получается 4АБ. Черное число 4. Это черное, это черное. Да, молодец. Молодец. Совершенно верно. Смотрите, дальше можно взять и вынести двойку за скобку. Вот. Вполне математическое доказательство. Конечно, оно не очень трудное. Конечно, так сказать, да. Что, ничего не понял? Я понял, но я не говорю. У него такой длинный, а у вас маленький такой пример. Не понял. У него есть текст. Ну, вот этот текст. Это формулировка теоремы без букв. Да? Просто при помощи обычных русских слов. По-моему, там все понятно. Нет, просто непонятно, почему у вас получилось короче, чем у него. У меня почерк, потому что, ну как, я старше. Нет. Я просто могу сильнее. Пример. Все, значит так, красоты рисования мелом мы сейчас не обсудим. Господа, давайте не тратить время на минуту. На самом деле написано все абсолютно понятно. 2а плюс 1 умножается на 2b плюс 1, получается, получается 2 умножить на 2b плюс а плюс b. Это вот внутри скобки стоит целое число. Мне совершенно не важно, что именно. Важно, что какое-то целое число. Плюс 1 дает нам как раз нечетное число. Между прочим, в книжке написано, что теорему... Давайте там нижние три строчки. Давайте я зачитаю. По таблице умножения можно проверить, что произведение любых двух нечетных цифр оканчивается. Я уже прочитал. На нечетную цифру. Давайте. Поясню. Когда у вас написано любое нечетное число, то в качестве последней цифры может выступать единица, тройка, пятерка или семерка. Девятка. Да, конечно, молодцы. Девятка. Любое другое нечетное число в качестве последней цифры – то же самое. Любая цифра от 1 до 9 может быть. Поэтому вы же знаете правила перемножения чисел, правильно? Последняя цифра зависит только от последних цифр. Согласны?
когда умножаем как называется, в столбик число на другое число, ты все равно не понимаешь. Ты пришел на занятие не для того, чтобы разрисовывать свой пенал. Пришел на занятие для того, чтобы учиться математике. Надо принять решение, чем ты здесь занимаешься. Если тебе скучно, то встать и уйти. Человек должен быть честным. Я призываю всех к честности. Может быть, потом тебе захочется учиться, придешь и будешь учиться. Но не надо себя заставлять. Не надо делать это через силу. Так вот, берем цифры от 1 до 9 и просто-напросто табличку представляем. Самую простую таблицу. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Перемножаем. Здесь будет 81, 63. Что тут будет? 45, 27, 9. И смотрим на последние цифры. Все время не черное. Так, ребят, можно я не буду это писать? Считается, что каждый из вас легко эту таблицу сделает. И везде нечетные цифры. Везде нечетные цифры. Это тоже способ доказательства. То есть мы сейчас двумя разными способами доказали одну и ту же теорему. Сразу скажу, вот это мне нравится гораздо больше. Потому что доказательство с таблицей производит ощущение, что могло быть по-другому. Вдруг в таблице умножения в некотором месте взяла бы и получилась последняя четная цифра. А вот это доказательство, оно общее. Оно не является переборным. Вообще всегда в математике нужно пытаться понять суть происходящего процесса, и, хотя формально говоря, вот это доказательство с таблицей полностью доказывает нашу теорему, но оно хуже. Оно хуже в смысле педагогики. В смысле математики как науки оно абсолютно такое же. И здесь теорему доказали, и здесь теорему тоже доказали. Но если вы будете все время изучать вот такие доказательства и придумывать, вы же на это далеко не продвинетесь, потому что вы не будете понимать суть происходящего процесса. А здесь все видно. Это число четное. И когда их перемножаешь, когда четное число умножаешь на что угодно, все равно будет четное. А нечетное произведение возникает только в одном месте. Только когда один умножаешь на один. Вот поэтому-то и... Почему нельзя сходить в туалет до урока? Нет, ребят, вот эта привычка тратить обед, это же из школы все идет. Понимаете, надо на перемене беситься для того, чтобы хотя бы несколько минут от урока потратить на туалет. Это очень неправильная привычка. Очень неправильная. Да. Так вот. 436 задача, пункт А. Произведение четного числа и любого целого числа является четным. Повторяю. Произведение четного числа на любое целое число является четным. Кто сможет доказать эту теорему? Да, давай. Например, можно целое число, четкое число взять за 2а. А любое целое число взять за а. А 2а умножить на а. Это будет? Вот. А спасибо. Садись. Очень важная ошибка. Когда вы говорите о любом целом числе, вы, безусловно, можете его обозначить буквой А. Ну, как, собственно, любой другой буквой.
Когда вы говорите о любом другом целом числе, вы и его можете обозначить буквой А. Только вот, ребята, извините, сделать это одновременно нельзя. Потому что, когда вы пишете вот так, то имеется в виду обязательно, что эти числа равны. То имеется в виду, что эти числа равны. Так, молодой человек, сходивший в туалет, интересуется, сколько сейчас времени. Молодой человек, а не легче взять, встать и уйти? А? Если вам так хочется потратить... Смотрите, вам хочется потратить время на туалет. Вам хочется потратить время на то, чтобы узнать, сколько сейчас времени. Так может, просто не надо здесь заморачиваться? Вам элементарно скучно. Да, поверьте, поверьте. Вам просто надо несколько лет провести дома, потом принять решение, что вам надо учиться, и платить деньги репетиторам. Цена вопроса несколько десятков тысяч рублей. И все хорошо. Да. А можно исправить? Исправить? Да. Можно. Для этого нужно взять и вместо буквы А написать букву Б. Нет, нет, все, я уже исправил. Правые получаются. Да. Получается. Все, все уже все поняли. Все уже все поняли. 2А это черное число. Б это любое число. У нас получается вот такая штука. 2А умножается на Б. Это действительно черное число. Потому что внутри скобки А умножить на Б, это, разумеется, целое число. Так, ну шуточная задача 436Б. Чётов пишет на доске целое число. А Нечётов другое целое число. Какая задача? 436. Догадайся. Если мы только что решали 436А. Понятно. Какую, скорее всего, мы будем дальше решать. Молодец. Так вот, если произведение двух написанных чисел четное, то победителем объявляется Чётов. А если нечетное, то победителем объявляют Нечётова. Два таких замечательных человека с говорящими фамилиями. Ну, давай. За кого будешь играть? За Чётова. За Чётова. А я за Нечётова автоматически. Так, я говорю число 3. Я говорю число 2. 6. Я побеждаю. Случайно победил. Хорошо. Так, я говорю число 9. А я число 4. 30. Случайно победил. Да. Я говорю число 15. И я говорю число 10. Не, не мешайте. Он думает. 8. 8. 120. Тоже чётное. Чёрт, не везёт. Я говорю число 7. А я говорю число 2. 14. Тоже случайно чётное получилось. А вы что рассказали? Я говорю число 19. 19. Я говорю число 6. И сколько у нас получается? Так. Где-то 90 даже. 19 на 6. 60 плюс 54, сколько будет? 114. 114. 114. Да, все время меня побеждает. А пусть какая, ты первый как, говорит. Надо умножать нечетное число. Потому что, окажется, что... Ну, например, 2 умножить на 3 будет 6. Да. Это можно взять 3 плюс 3. Да, 6. Да, давай. Всякое нечетное число умножаем на четное, будет четным. Ну да. По предыдущей задаче... И он мог, вне зависимости от того, что я называю, просто называть четные числа. И, соответственно, поняли? Да. Произведение все время было четное. Да, что? Чётов все время должен говорить четное число, и точно выиграет. Да и садись. И не важно, первый или второй. Вот. И вот с таким ответом вы бы на Олимпиаде получили бы минус за эту задачу. Ребят, еще раз, в математике слова имеют смысл. Если вы говорите «должен», надо за это слово отвечать.
Вот в жизни очень часто вам все спускают. Математики нет. Докладываю. Если Нечетов скажет число 2, то Четов не обязан говорить четное число. Если я сказал 2, то он может сказать сейчас все, что хочет. И вообще, если Нечетов сказал четное число, то от того, что скажет Четов, уже не будет зависеть. Да, что? Если либо у Четова, или у Нечетова, в любом случае четное число будет, то Четов всегда выиграет. Так вот. Решение даже если Четов будет у Нечетова. Четов выиграет, если будет называть число 0. Да. Вам вообще можно было не обращать внимания на мои числа. Какое число на 0 не умножай, все равно 0 будет. Поэтому вы могли просто все время говорить 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Да, и тогда при... Ну, конечно, а иначе интересно. Да. Иначе игра просто до уровня шахмат, я понимаю. Вот, нет, я все-таки думаю, что игра не настолько интересна, чтобы там искать какие-то глубины смысла. Так вот, если же я... Ну, а можно было взять и любое четное число, здесь все равно бы получился четный ответ. Хорошо. 437. Если сумма двух целых чисел нечетна. Итак, видишь, дано. А плюс Б нечетно. Если сумма двух целых чисел нечетна, то произведение этих чисел четно. Доказать А умножить на Б четно. Если сумма двух целых чисел нечетная, докажите, что их произведение четное. 437 задача. Хорошо. Представим, что А это будет 2. Здрасте. Но невозможно общий факт доказать, перебирая числа. Невозможно. Чисел бесконечно много. Да? Господа, смотрите, сумма двух нечетных чисел. Я так, это, конечно, уже не формула, а просто, ну, я надеюсь, что все понимают, о чем речь. Нечетное плюс нечетное, оно что? Четное. Четное плюс четное, что? Четное. Четное. Поэтому не могут числа А и Б быть одной четностью. Вот у нас же дано, что сумма нечетная, значит, такие варианты не годятся. Значит, на самом деле у нас что? У нас либо НЧ, либо ЧН. А по предыдущей задаче, когда умножаешь на четное число, получается, то результат всегда четный. Отлично. Молодец, молодец. Молодец. Так, доказал. Ну, не знаю, мне кажется, что это абсолютно понятное рассуждение. То есть смысл такой, А и Б должны быть разной четности. Поэтому обязательно одно из них четное и произведение, соответственно, четное. 438 задача – это мгновенное следствие из того, что мы только что решили. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Очень многие математические книжки гораздо легче изучить подряд, чем если ткнуть произвольное место. Если бы вы встретились с этой задачей, давайте, задача такая, разность двух чисел целых умножили на их произведение. Могло ли получиться число 45 045? Так вот, если бы вы встретились с этой задачей самой по себе, уверен, что многие бы не справились.
Потому что просто многие бы даже не догадались, что надо смотреть на четность. Но сейчас мы решаем параграф, где все задачи про четность, и уверяю вас, что сейчас мы легко с ней справимся. По крайней мере, я на это надеюсь. Бывают ли целые числа А и Б, удовлетворяющие вот такому замечательному уравнению? А минус Б, пожалуйста. А минус Б умножить на А и умножить на Б. Таких чисел не бывает, потому что если А и Б это черные и черные. Я понимаю, что он сейчас будет делать. Он будет просто рассматривать случаи. Давай пиши. Вполне, да. Вполне понятная идея. Умножить, да. Первый на случай, черный, когда все подряд числа четные. Это будет четное умножить на четное равно четное. Да, дальше. Это нечетное. Теперь второй вариант, когда оба нечетные. Это будет черное умножить на нечетное, опять будет черное. Третий вариант, когда одно сейчас, черное. Не пытайся внизу писать, отойди куда-нибудь бок, или влево, или вправо. А. Вот третий вариант. Да. Когда одно число четное. Ну, прям первое. А другое нечетное. Так, умножить на четное. Вот, нечетное равно нечетное умножить на четное, и будет, опять четное, везде получается четное число. Хорошо, вам слово. А это нечетное. А нет, вы забыли, четвертый случай забыли. Я хотела дополнить его. Он сам справится. Что? Почему четвертый случай не написал? Сейчас напишу. Четвертый случай, да. Положи нормально книжку. Открой в крайнем месте. И будет. Формулы по стенам переписывай все. Ой, ребята. Когда вы ленитесь переписывать с доски, вам только кажется, что вы такие сильно могучие. Понимаете? А все равно везде получается четное число, даже в четвертом случае. Все формулы, написанные на доске, во время занятия должны быть у вас в тетради. Знаете вы, не знаете, все равно нужно переписать. Потому что только так можно чего-то запомнить. Иначе вы так... Все, спасибо, все правильно. Ну, что я могу сказать? На самом деле, конечно, можно было и сделать. Объясняю, почему. Ведь мы уже с вами знаем, что как только возникает четный множитель, так произведение сразу становится четным. Согласны? Да. Согласны. Теперь думаем. Вот это число нечетное. Это прекрасно видно. Пятерка, нечетная цифра. Значит, чтобы равенство выполнялось, необходимо, чтобы все вот эти вот числа, разность и эти два, были бы нечетными. Но не бывает нечетным разность двух нечетных чисел. Понимаете смысл? Если это число нечетное, значит, если пишем 5, и это число тоже нечетное, пишем 5, а разность двух нечетных чисел четная. Это я, формально говоря, сегодня не доказывал, но мне кажется, что это как-то очевидно. Если из числа 2а плюс 1 вычесть 2b плюс 1, что у нас с вами будет? Что это значит? Давайте проверять. Вот единички у нас уничтожатся, и получится замечательный ответ. 2 умножить на минус 2. Кстати, ребята, запишите, потому что все-таки привычка к таким формулам нужна.
элементарная привычка, кстати, формула нужна. Так, хорошо. 2а плюс 1 минус 2b плюс 1 это 2 умножить на минус b. Значит, действительно, разность двух нечетных чисел пренепременно четное число. 439-я. Замечательная совершенно задача. Николай с сыном и Петр с сыном были на рыбалке. Николай поймал столько же рыб, сколько его сын. Петр поймал втрое больше рыб, чем его сын. Всего поймали 25 рыб. Сколько рыб поймал Николай? Давайте я все-таки аккуратно запишу. Значит, итак, какие у нас есть люди? Николай и сын Николая. Вот они поймали поровну рыб. Скажем, этот поймал x рыб, и этот тоже x рыб. По условию поровну. И еще есть два человека. Есть Петр и сын Петра. Так вот, Петр поймал втрое больше, чем его сын. Решить задачу, и только потом принимать руку. То же самое. Ничего там стыдного нет, если вы подумаете. Там даже подсказка. Это не важно. Важно, что торопиться не надо. Не решил задачу, спокойно сиди. Никто вас не торопит. Николай и сын Николая, а также Петр и сын Петра были на рыбалке. Зачем вы перелистываете? Зачем вы лазите за этим подсказком? Мне очень не нравится, как многие сейчас себя ведут. Многие, к сожалению, ждут, когда за них решат. Это очень плохо. Это очень неправильно. Ничего по-настоящему сложного в этой задаче нет. Да даже если бы были... Да. Хочу.
что отец и отец поймал икс-рыб. И сын его, значит, Петр, ну Николай, Николай второй, император России. Был такой исторический персонаж. Да, несчастный император. Причем он здесь не понимает абсолютно. А сын второго отца, предположим, сын второго отца, сможет без таких ужасов обойтись. Нет, ребята, у нас нет времени. Это, конечно, замечательно, что вы знаете императоров, кто там первый, кто Николай II, но сейчас это, честно говоря, вообще не по делу. Да. Хватит. Людвиг бывает 14-ми. Поднимите руку, кто читал сказку про Людвига 14-го. Ага. Ага. Все-таки 5 человек таких нашлось. Роскошная совершенно сказка. Очень советую. Такая совершенно добрая, замечательная сказка про Людвига 14-го и Тутту Карлсон. На всякий случай, Людвиг 14-й это лисенок, Тутта Карлсон это кто? А? Цыпленок. Цыпленок, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. А сюжет сказки совершенно замечательный. Состоит в том, что есть люди, которые иногда устраивают облаву на лис. Так вот, некоторый лисенок вдруг сообразил, что если они не будут есть кур, то куры дадут им убежище в курятнике на время облавы на лис. Здорово? Да. Здорово. Так оно получилось. В общем, советую прочитать. Такая веселая, замечательная, задорная сказка. Да. Если мы посмотрим, то... В интернете очень легко найти. Получается, так, что... Елизавета тоже называется. Прекратили. Хватит. 2 икс плюс... 4 икс. Ага. Да, да, да. 2 икс плюс 4 икс равно 20. Ну, это четко. Может быть, что... На самом деле, может быть так, что... А сын Петра да. Это... Нет, стоп. Давайте первый пойдем. Если у нас есть 4 человека, то мы должны составить... Учение, пожалуйста, прекратите. Мы должны составить такое уравнение. X плюс X плюс 3Y плюс Y равняется 25. Вы абсолютно правильно его переписали. И смотрите, что на самом деле здесь получается. 2 умножить на x плюс 2y равняется 25. Слева четное число, справа число нечетное. Господа, вы друг другу по-прежнему не даете жить. Вот любой из вас отдельно, наверное, бы нормально сейчас учился. Да? Но вот это вот желание поболтать приводит к тому, что оба вы не учитесь. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что существенную часть дня потратили на этот кружок, а обсуждаете сейчас какую-то ерунду. И запомните из этого кружка только это. Значит, это 2 умножить на x плюс 2y равняется 25. Так, теперь второй случай какой? Второй случай, если сын Петра, это и есть Николай. Отлично. Давайте мы его на этот случай напишем так. Бывает Петр, сын Петра, тире. Это Николай. Ну и, наконец, сын Николая. Он же внук Петра. Так? Хорошо. Сын Николая. Разбираемся. Если здесь у нас, например, А, здесь у нас сын Николая столько же тоже А, а здесь 3А. Это количество рыб. Так, какое будет уравнение?
3а плюс а плюс а равняется 25. Да справимся мы без вашей руки. Мы умеем делить на 5 число 25. Сколько будет? Молодец. Сравните. Это не потому, что он писать не умеет, а потому, что он не понимает, что когда пишешь на доске, то это не для того, чтобы оценку получить в школе, а для того, чтобы другим было видно. Очень плохо. На самом деле, надо уважать других писать разборчиво. Итак, а равно 5. Так, мы решили задачу? Ну, можно еще есть еще один случай. Стоп. Не можно, а мы обязаны. Потому что мы разобрали один случай, когда это 4 разных человека. Мы разобрали второй случай, когда это 3 человека, причем Петр дедушка, а Николай среднее поколение. Так вот, мы должны были разобрать еще и третий случай. Когда, смотрите, Николай, кто там еще? Сын Николая. Николая. Это Петр. Хорошо. И самый младший из них это сын Петра. Так, пишем. Значит, пусть у нас сын Петра Б рыб поймал. Тогда его папа Петр сколько поймал? Давайте здесь пишу. Б. 3Б. И Николай тоже 3Б. И у нас получается замечательное уравнение. 3А плюс. Спасибо. 3Б. Я на прежнем смотрел. Плюс 3b плюс b равно 25. 7b это 25. Так вот, число b не целое. А в задаче речь шла, разумеется, о целых числах. Спасибо. Все правильно. Эти 3 разобранных случая приводят к одному ответу. Потому что в двух случаях ситуация не дает не целых чисел. Но решение задачи верно только тогда, когда вы разобрали все 3 случая. Если бы вы ограничились вот этим, задача была бы не решена. Так, замечательная задача номер 440. Я сразу скажу, что в советское время, много-много лет назад, когда эта задача составлялась, были такие купюры. Были купюры достоинством 1 рубль, достоинством 3 рубля и достоинством 5 рублей. Но на самом деле были еще 10, 25, 50, 100. 500. Вот. Потом в некоторый момент возникла купюра достоинством 500 рублей. С ней была совершенно замечательная история. Государство в некоторый момент ввело эту купюру достоинством 500 рублей. Подождало немножко. И взяло и объявило, что 500-рублевые купюры на территории Советского Союза недействительны. Замечательный фокус. Это так называемая павловская денежная реформа. Вот, совершенно замечательно. Вообще надо сказать, что в нашей стране периодически раз в 10-20 лет происходит денежная реформа такого типа. Вот одна из самых смешных это была реформа с 500-рублевкой. Вот. Но сейчас это нас. Что? Спросите родителей, о нем расскажут. Было много интересного и забавного. Так вот, смотрите. Сейчас нас 100 рублевки не интересуют, и вот эти, более того, в задаче сказано, что и вот эти не интересуют. А интересует нас следующее. 25-рублевая бумажка попала в наши руки. И мы хотим ее разменять при помощи 10 бумажек. Да. 10 купюр.
10. Кстати, я не знаю, банкноты — это правильное слово? Банкрот – это когда у вас денег нет совсем. Да, банковский крот. Не знаю, в общем, ладно, не будем играть в слова. Да. А можно еще банкноты? Пожалуйста. Можно ли разменять одну бумажку на 10? Я думаю, нельзя, потому что 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей – это купюры с нечетным расстройством. У тебя банкнот – четное число, а если нечетное число… Молодец, все правильно. 20 – четное, 25 – нечетное. Конечно. Значит, все, ты уже все сказал, ты уже молодец, садись. Откуда это желание непременно выговориться по полной? Господа, он все правильно сказал? Он заикался. Я специально заикался, чтобы меня никто не понял. А зря. Специально? А зря, да. А кому надо решить задачу, когда это очень плохо зайдет? Ребята, вот эти вот комплексы отличников — это чудовищная вещь. Потому что вы сейчас специально позаикались. А ведь на самом деле жизнь проходит. Вы в свои школьные годы должны освоить очень многие вещи. И пока вы, так сказать, крутизной наслаждаетесь своей, да, извините за грубость, жизнь проходит. То есть вам кажется, что а я сейчас отличник, а я сейчас то, а я сейчас то. Вы тратите время вот на это, а я сильнее, чем все в моем классе. Но сравнивать себя надо не с соседом по лестничной площадке. Понимаете, есть замечательное выражение, что люди при помощи книг ведут переписку с всем земным шаром, и даже не только с современниками, но и с потомками. Тебе надо смотреть не то, отличник ли ты в своем классе, а надо смотреть, как ты смотришься на общем фоне. В жизни соревноваться тебе придется не со своим классом. Закончите школу, а может быть и даже раньше, и ты их, может, никогда больше не увидишь. Ну, когда-нибудь, там, через 20 лет, один раз соберетесь, там, вместе попить чайку, вспомнить, кто за какой партой сидел. Но соревноваться в жизни, строить жизнь, нужно будет не со своим классом. И поэтому вот эта вот мысль, что «а сейчас я отличник», «а сейчас у Марии Ивановны нет никого вызвать к доске», а я позаикаюсь специально, чтобы двоечник Вовочка ничего не знал. Поменьше забудься об этом. Побольше забудься о своей жизни. Лично о своей. Потому что пока ты наслаждаешься тем, что отличник, и тем, как ты можешь картинно заикаться для того, чтобы никто не понял, жизнь проходит. А ты мог бы интереснейшие вещи узнать, мог бы много всего сделать в то время, когда наслаждаешься тем, что отличник. На самом деле, ребят, это обычно очень плохо кончается. Вот я в последнее время даже, извините, стал противником олимпиад. Смешно, потому что я сам в свое время очень активно участвовал в олимпиадах, проводил очень многие олимпиады. Но сейчас я вдруг понял одну вещь, что в Москве олимпиад стало настолько много, они проходят, извините, каждое воскресенье, а иногда и чаще, что слишком многие школьники начинают бегать между олимпиадами и страшно гордиться тем, к сожалению, очень часто бывает так, человек учится на кружке или сам занимается, получил, извините, в третьем классе там, вторую премию олимпиады там, жареного петуха, и объявляет, что он все выучил. Все, венец карьеры. Я уже этот самый отличник. Господа, а поучиться? А остальные школьные годы? Конец таких историй обычно очень грустный.
Потому что человек несколько лет ходит, называя себя отличником, а потом видит, что все безнадежно убежали вперед. Пока он ходил, гордился, все безнадежно убежали. Но тем не менее, хоть вы у нас и, так сказать, как вы говорите, специально заикались, хотя зря, тем не менее, решение это было правильное. Если 10 слагаемых, давайте все запишем, сумма 10 нечетных, 10, потому что вот они, весь вот, вот. Сумма 10 нечетных слагаемых, четная. Все. Это полное решение задачи. Если вы посмотрите на числа 1, 3 и 5, то безусловно видно, что они нечетные. Поэтому как из них не пытайся сложить. Кстати, вообще из чисел 1, 3 и 5 сложить 25 рублей не проблема. Да. Например, смотрите, берем 5 раз по 1 рублю, берем, скажем, сколько мы, берем трешку тоже 5 раз, это будет уже 5 плюс 15. Сколько? 20 и плюс 5, то 20. 20. И пятерку возьмем 1 раз. Это будет 25, я прав? Да. Я прав. Только 1 получил. Так, сколько купюр? 5, 5 и 1. 5, 5 и 1, это, конечно, 11. Возможно, другие варианты. Можно 9 купюр, можно 7. Ну, там еще много раз. Можно 5 купюр. Там можно 5, совершенно. Да, 5 вот. 5. Меньше 5, конечно, нельзя. Понятно, что больше, чем 25 купюр тоже нельзя. Потому что 25 раз по рублю, ну, мельче уже не бывает в нашей задаче. Но тем не менее, задачу вы решили. На всякий случай разрешите вам рассказать, как то же самое можно было при помощи формул. Не при помощи, хотя это, по-моему, самое понятное решение. Вот такое. При помощи формул надо было вот что сказать. Возьмем x раз такую бумажку, y раз такую, и z раз такую. Запишем, что значит 10 банкнот. Да очень просто. X плюс Y плюс Z. Пишем. X плюс Y плюс Z. Это 10. Дальше. Запишем, что всего у нас 25 рублей. Как понять, сколько рублей, если x бумажек, каждая по 1 рублю? Да, наверное, понятно. X рублей. Если y бумажек, каждая по 3 рубля. 3y. Z бумажек, каждая по 5 рублей. 5z. Эта сумма должна равняться 25. Вот вам система уравнений. Требуется узнать, есть или нет у этой системы решение в целых неотрицательных числах. Ну, нам только что доказали, что решения нет. Таким способом, что объяснили, что вот когда 10 слагаемых и все нечетные, то сумма обязательно будет четная. Но можно ли было то же самое сделать другим способом? Просто посмотреть на эти уравнения и вывести из них какое-нибудь очевидное противоречие. Уверяю вас, что можно. Вычистить вот эту сумму. Ага. Да. Все.
Спасибо. Это абсолютно разумная идея. Я просто хочу, чтобы все сначала сами пытались. Когда он сказал мысль, что вычесть, это называется подчленное вычитание. Из 25 10, и отсюда вот эту сумму. То, что он это сделает, я не сомневаюсь. Поднимите руку, кто еще считает, что он способен сделать. Ух ты! Грустный результат. Нет, вы уж попытаетесь это. Игорь пишется не так. Плюс не может быть написан так близко к букве, потому что между символами и формулой опять есть пробелы. Так. Молодец. Молодец. Так, и почему это равенство невозможно? Говори. Потому что 2 и 4 это четное или пришло? Конечно. Потому что это число четное, это число тоже четное, 15 число нечетное. Не бывает сумма. Ну или если угодно, можно было двойку вынести за скобку. Тогда получается у нас y плюс 2z умножить на 2 равняется 15. Очевидное противоречие. Очевидное противоречие. Сейчас у нас следующая задача. Можно ли подобрать целые числа А и Б так, что 7А плюс 5Б равняется числу 111, а сумма чисел А и Б при этом четная? Бывает ли такое, что 7А плюс 5Б равно 111, а вот сумма А плюс Б – четное число? То, что сумма А и Б четная, то мы получаем 5. Там лучше под задачей, чтобы было видно. Ну, место. Не надо ничего стирать, тут у вас места достаточно. Так, мы получаем 5 А плюс Б плюс 2 Б. Слушайте, я и правду говорю. Абсолютно разумная мысль. Он просто вот это вот выражение 7А плюс 5Б расписал так. 5 умножить на А плюс Б плюс 2Б. Тогда и что у нас? Если это сумма четная, то... Не если. А у нас в условии задачи сказано, что она четная. Да. То получается 5АБ это четное? Не АБ, 5 умножить на А плюс Б. 5 умножить на А плюс Б четное? Да. И 2Б четное? Да. И это не может, и никак не может. Молодец, конечно, отлично. Ну, можно было еще по-другому сказать так, что числа А и Б, чтобы эта сумма была четная, должны быть одной четности. Либо оба четные, тогда здесь четные слагаемые, такого не бывает. Либо оба нечетные. Тогда здесь нечетное слагаемое и тоже такая сумма не бывает. Очень хорошо. Теперь задача, которая несколько лет назад была на московской, даже не несколько, уже, знаете, лет 15, даже, может быть, больше. Наверное, уже лет 18. Парламент состоит из двух одинаковых палат. В голосовании участвовали все депутаты. Причем воздержавшихся не было. То есть каждый человек либо проголосовал за, либо проголосовал против. Когда объявили, что решение принято с
преимуществом в 23 голоса лидер оппозиции заявил, что результаты голосования сфальсифицированы. А что сфальсифицированы? Ну, то есть записали не то, что люди, ну как сказать, вот на выборах, когда люди приходят, то после этого есть участковые комиссии, которые считают голоса. Понятно, да? Ну вот скажем, если насчитали, что больше чем 100% проголосовали за. Вы понимаете, что это неправда? Ну не может такого быть, да? Вот, тогда сразу все говорят, что очевидно, что ложь. Ну, на выборах такое очень часто бывает, что там, просто математическим образом... Кстати, я тут должен сказать, ребят, математика – замечательная наука. Теория вероятности позволяет очень легко ловить такого рода вещи. Дело в том, что страна большая, избирательных участков много, соответственно, даже уже есть довольно много исследований на эту тему, очень легко при помощи методов теории вероятности определять, что был подлог. То есть, понимаете, математика не в состоянии установить настоящий результат. Но ситуации подлога теория вероятности ловит очень легко. Я вам больше скажу. Бог с ним, с выборами. Представьте себе, что я беру монету, обычную монетку, из кармана, подкидываю, и у меня все время будет орел или решка, да? И получаю случайную последовательность. Орел, решка, орел, решка, орел, решка. Честно подкидываю. А потом мне надоело подкидывать. И я беру и просто сам пишу. Орел, решка, орел, решка, орел, решка, стараясь случайно. Так вот, методы теории вероятности настолько точные, что очень быстро будет отловлено, что это пишу я от случайного касания. То есть, если даже пытаются подделывать бюллетени, просто, что называется, из головы выдумывая числа, теория вероятности это ловит просто вот, да, что... Да, конечно. Другое дело, что потом ничего не докажешь, потому что решение принимает все равно суд, а в нашей стране, в общем, суду без разницы. Там доказали, что больше 100%, не доказали, ему все равно. Вот. Но это уже другая история. Да. Нам известно, что в обеих палатах было одинаковое количество человек. То есть могло быть, что в обеих нечетное. Да. Это будет, сумма будет четная. Да. И что если будет в обеих четное? Да. Слушайте, огромная доска. Почему ты пишешь формулы так, чтобы они обязательно накладывались одна на другую? А? Доска же большая. Так, и кстати, что такое n плюс n равно чем? Нечетное плюс нечетное. Это в смысле две палаты, да. В обеих нечетное число. Да. Хорошо, дальше. И второй случай, если в обеих... Если поставить посреди поля столб и пустить автомобилиста по этому полю ехать, то с большой вероятностью в этот столб врежется. Он будет думать. Да, и да, второй да. Случай. Да, да, да. То есть из условия мы можем узнать, что если в обе на одно, за одного проголосовало больше на 23. Да. То есть если мы возьмем первый за х, за второй, а второй х плюс 23. Да, да, все правильно говорите. А это будет ничего, ну, 2х. Да, да. Все правильно. Да, да, да. А мы уже знаем, что количество народа четное. Да. Спасибо, все правильно. Давайте я повторю решение. То есть, смотрите, какая простая идея. Пусть у нас в одной палате y человек, и в другой тоже y. Тогда сколько всего принимало участие депутатов? Y плюс y – это 2y.
Так вот, действительно, 2y четное число. Дальше. Пусть против проголосовали x депутатов. Тогда за x плюс 23. 2x плюс 23 нечетное число. Уравнение 2y равняется 2x плюс 23 не имеет решений в целых числах. По той простой причине, что когда вы перенесете, то вы получите, что y минус x это 11,5. Руки свои показывать не обязательно. Все равно. Значит, половину идет. Да. Мы получили, что 2 умножить на y минус x это 23. Хорошо. Можешь получить? Следующая, 443 задача. Кузнечик, прыгая вдоль прямой вперед и назад, вернулся в исходную точку. Зная, что длины всех его прыжков одинаковые, докажите, что количество этих прыжков четно. Давайте я объясню условия. Значит, представьте себе, что у вас имеется такая вот доска для прыжков кузнечика. Ну, не доска, а он прыгает вот так, да? Замечательно. Что делает кузнечик? Например, отправился отсюда. Раз. Два. Три. Вернулся назад. Четыре. Прыгнул сюда. Пять. Шесть. 7, вернулся назад, 8, вернулся назад, 9, прыгнул вперед, 10, 11, 12, слушайте, надоело мне прыгать, ладно, чего это вас не делаешь, 13, 14, возвращаться уже не буду, я помню, что потом все равно, 16, а я прыгаю и прыгаю, 17. Замечательно. Норму выполнил, попрыгал назад. 18. Вперед. 19. Назад. 20. 21. Господа, вам надоело? Очень хорошо. Давайте. Дружный храп. Сдается дружный храп, пока кузнечик возвращается на место постоянного базирования. 26. 27, я упорный человек. 28. 29. 30. 31. И 32. 32 прыжка сделал наш кузнечик. Так вот, задача очень простая. Докажите, что как бы он не прыгал, но количество выполненных им прыжков обязательно будет быстрее. Обязательно четно. Будет четно, да. Давай. Потому что если он прыгает вперед один, то он и назад будет прыгать то же число. А если сложить два одинаковых числа, будь они четные и нечетные, то у нас обязательно получится четное. Вообще здравые слова. Спасибо, все правильно. Значит, господа, дело в том, что вы могли, я сейчас не буду этим заниматься, украшивать, вы могли каким-нибудь одним цветом нарисовать те прыжки, которые выполняются слева направо. И каким-нибудь другим цветом вы могли отмечать прыжки справа налево. Так вот, чтобы кузнечик вернулся в точку, с которой началось его путешествие, молодой человек, вас пустили в эту аудиторию абсолютно бесплатно. Почему вы считаете возможным давать эту штуку? А? Я не понимаю, чего ради? Вот откуда это желание
обязательно разорвать. Ребят, ничего смешного. Ничего смешного. Это очень неприятная эмоциональная черта. На самом деле, я периодически спрашиваю, откуда. Ответ-то ведь я знаю. Ответ-то ведь я знаю, откуда. Со школы? Нет. Спросите у родителей. От далеких предков. На самом деле, да, это эмоциональная черта, очень грустная. Между прочим, она не дает нашей стране стать богатой. Потому что, к сожалению, вот как... Мне извините, у меня дедушка был директор школы. И в 50-х, 60-х годах в городе 250 тысяч населения, что называется, одна из лучших школ, действительно одна из лучших школ. Представьте себе, у них была такая история из неподалеку расположенной школы, которую закрыли как очень плохую, к ним перевели класс. Так вот, он 2 года своей жизни потратил на то, чтобы вот этих вот переведенных из другой школы приучить в туалет ходить в унитаз, а не рядом. А ничего смешного. А ничего смешного, ребят. А это оттуда же. А вот это оттуда же. Дело в том, что есть некоторые нормы, которые люди либо вот в соседней школе у них было принято. Поэтому он вынужден был. Ребята, прекратили смех. Потому что сейчас вы смеетесь над собой. Посмотрите, как устроены подъезды в наших домах. Подумайте. Подумайте, как это связано с тем, что человек, попадая из нормальной светлой аудитории, повторяю, для вас создали хорошие условия для занятий. Но человек начинает рвать что? Это ровно оттуда. Подробнее сейчас говорить не буду, просто жалко времени. Но задумайтесь, потому что от этого многое зависит. Просто как мы живем. Тогда смотрите, если у нас, он прыгнул слева направо сколько-то раз, то ровно столько же раз он прыгнул туда. Таким образом, если взять x прыжков в эту сторону, было столько раз, и вы абсолютно правы, x плюс x, то x. Между прочим, не обязательно решать эту задачу так. Потому что есть абсолютно такой же способ. Смотрите. Не хуже, способ такой. Вот все эти числа, 4, я уже забыл, 2, 4, 28, 30, 8, 10, 26, 15, 24. Эти числа четные. Давайте я их выделим. Здесь расположены четные числа. И в начале, конечно. Конечно, в начале тоже четное число. А вот здесь тоже через одно. Числа нечетные. То есть вы могли с самого начала все точки, в которых в принципе мог оказаться кузнечик, покрасить в 2 цвета. Так вот через одно красите, оранжевый цвет. Неважно какой, обозначающий четное, и зеленый цвет, обозначающий нечетное. Важно, что 2 разных цвета. И кузнечик будет перепрыгивать с одного цвета на другой, так же, как шахматный конь. Это все знают правила шахматов? Да. При своем ходе конь меняет цвет. В любом случае. Вот слон не меняет, да? Ладья хочет меняет, хочет не меняет. Ферзь тоже. Да, ферзь тоже. А король, да. А вот конь обязательно меняет. Так есть то же самое. Ферзь и король. Спасибо. Все уже поняли. Кузнечик каждым своим ходом
меняет цвет поля, на котором находится. Поэтому, если он в конце концов вернулся в некоторую точку, то, разумеется, было сделано четное количество ходов. Потому что, когда он сделал нечетное количество ходов, пожалуйста, вернитесь. Когда он сделал нечетное количество ходов, то он оказался на другом поле. 444-я задача. В ряд выписаны числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними знаки плюс и минус так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю? 1, дальше плюс, то минус 2, плюс-минус 3, плюс-минус 4. И вот так выражение аж до десятки. Может ли это выражение равняться нулю? Можно ли так подобрать знаки, чтобы получился, да, прошу вас. Мы здесь начинаем с нуля. Да. Соответственно, 1 плюс, ой, 0 плюс 1, минус 1. С нуля мы сейчас не начинаем, начинаем с единицы. Минус 1, плюс, не единицы начинаем. Тогда до 5 минус 1, 1. Я не понимаю, что это за единица. Я искренне не понимаю, что вы здесь имеете в виду, когда пишете эти единицы. Ну, 10-центр надо оставить, чтобы выражение получилось 0. Не понимаю. У нас же числа не 1-1-1. Числа от 1 до 10. Так, нет, что-то непонятное сказали, и не смогли прокомментировать свои слова. Что? Сделайте. Поставьте знаки. Посчитайте, чтобы все получилось. Да? Можно выйти? Пожалуйста, выходите. Никогда не надо играть, наверное. Потому что поиграешь, а потом маска прирастает. Так вот, неверно, что здесь есть 5 нечетных цифр и 5 четных. Чисел. Чисел, да. Вот. Дело в том, что число 10 это не цифра, а число. Да. Дальше. И там можно сократить, да, и принять за одно нечетное число и одно четное. И таким действием мы не делали предложение вычитания, то нечетное минус четное, или четное минус нечетное, нечетное плюс нечетное, или нечетное плюс четное, в любом случае получится нечетное число, а ноль это как бы четное. Слушайте, я тут прочитал воспоминания о математическом кружке, в котором занимался Григорий Пелеман. Это такой замечательный математик, который отказался, это, я не знаю, почему он там отказался, и, в общем, это меня сейчас мало интересует.
А я говорю о другом, когда он в детстве ходил на математический кружок, то там было правило. Вот подумайте, пожалуйста. Руководитель этого кружка завел следующее правило. Каждый участник кружка обязан выйти к доске и рассказать всем другим участникам кружка решение каждой задачи, которая разбирается на занятии. Вы понимаете, что благодаря этому кружок работал очень медленно. Понимаете? Да. Вот здесь сейчас там, 25 человек. Представьте себе вот эту задачу. Один вышел и сказал, второй вышел и сказал, третий, 25-й. Тем не менее, с этого кружка вышел великий математик Риман. Это эффективно, как в школе Шаталова. Я не знаю насчет Шаталова. Да. Шаталов это совсем не математик, и он занимается на вот вещи противоположные. Он пытается заучить наизусть, не понимая. У нас цель совсем другая. У нас цель понять, что происходит. Так вот, смотрите, это, конечно, жестоко. Да? Это действительно очень тяжело и для участников, и для руководителя. Но, тем не менее, с этого кружка, который вот по такому жесткому способу работал, что каждый обязан выйти и повторить. Смотрите, вы сейчас говорите, ориентируясь на то, чтобы преподаватель вам поставил пятерку. Вот этот самый комплекс отличника. Вы уверены, что в вашем классе вашу гениальность никто не оценит? Мы оценим. Развернитесь, улыбнитесь. Это простая вещь, улыбнуться людям. Просто не ко мне. Я все равно не поставлю пятерку. Улыбнись своим товарищам. Они приехали сюда так же, как вы. А я же уже все равно сказал. Ты уже все сказал, это правда. Только они не успели услышать. Не, ничего не понял. Да. Развернись. Только сейчас обращайся не к стенке. Вот, а поскольку тут... Да не к стенке. Поскольку тут... Выбери кого-нибудь, вот. Или ее, или его. Неважно, смотришь на человека. Выбери живого человека, расскажи ему, чтобы он понял. Давай. Поскольку тут 5 четных чисел и 5 нечетных чисел, то можно... Давайте я остановлюсь. Тут 5 четных чисел и 5 нечетных. Это правда. Поскольку это четное. Ты же торопишься за своей пятеркой. А люди еще не успели понять первую мысль. 1, 3, 5, 7, 9. 5 нечетных чисел. Я уже показывал 2, 4, 6, 8, 10 четных, да? Четных и нечетных чисел одинаково, то можно сказать, что тут как будто бы одно четное число и одно нечетное. Нет, это просто неправда. Никакого отношения нашей задаче, то одинаково или не одинаково количество чисел не имеет. Я вам больше скажу. Когда рассматривается такая сумма, то количество слагаемых вот такого вида вообще не интересует. Хоть их 5, хоть их 6, хоть их еще. Вот я напишу сюда еще несколько слагаемых, они никак не повлияют на четность суммы. От прибавления или вычитания нечетного числа результат не меняет свою четность. Поэтому все вот эти вот подчеркнутые числа вообще не влияют на четность результата. Говори. Уже потерял неправильно. По словам точно неправильно. Но кто-нибудь может у тебя сказать решение? Кто-нибудь сейчас уже понял? Давай. Быстрее. Может,
ручку, возьми любую пишущую ручку, а ремонт сломанной ручки, значит, как-нибудь в следующий раз. А лучше помогу я. Можно сложить сумму всех этих чисел. Складывать. 1, 2, 3. А, понятно, это совсем другое решение. Давайте, да. Я тоже такое знаю, действительно, надеюсь, сейчас получится. Ты изучай, знаешь, сумма чисел от 1 до 10. 55. Конечно. 55. Кто не знает, проверьте, посчитайте, но это действительно так. Правильно. Да. Но у нас должно быть четное. То есть мы как по сути должны отнять одно число от другого. Вернись. Ты все правильно говоришь? Да. То есть у нас должно быть четное. Потому что мы должны от одного и того. Чтобы получился. Ноль надо от. У нас числа, которые идут со знаком минус, должны образовать ровно такую же величину в сумме, как числа со знаком плюс. То есть, если вы хотите, чтобы здесь получился 0, то надо поставить минусы так, чтобы вычесть столько же, сколько до этого. Понимаете? Да. Ну, а 55 на 2 не делится. Да. А поэтому у нас... Но, тем не менее, ваше решение тоже можно было довести. Сейчас знаете как? Или еще не сообразили? Давайте я еще о вашем решении. Вы абсолютно правильно сказали, что надо смотреть на количество слагаемых разных четностей. Другое дело, вы ошиблись, что важно количество четных слагаемых. Как раз количество четных слагаемых никого не интересует. Важно, что нечетные слагаемые, давайте их сверху покажу, вот они. Нечетные слагаемые, 5 штук. Когда вы к единице прибавляете или вычитаете двойку, у вас результат получается все равно нечетный. А вот к этому моменту, когда вы дойдете сюда, результат станет четным. Потому что когда к нечетному числу прибавляешь тройку, или когда вычитаешь число 3 из нечетного числа, все равно получается четный ответ. Вот такое выражение обязательно... Что? Своим словами сказать можно? Давай скажи своим словами. При сложении и вычитании четное число оставит четное, оставит нечетное. Нечетное число сделает из четного нечетное, из нечетного четное. Значит, к этому, вот это будет число четное. Поняла. А что, все правильно сказали? Да. Все правильно? А, здесь будет четное, здесь будет нечетное, дальше нечетное, здесь оно уже опять четное, здесь оно по-прежнему четное, к этому моменту оно уже нечетное, и здесь по-прежнему нечетное. То есть не только ноль нельзя получить, двойку нельзя получить, четверку, минус двойку, минус четверку, минус шестерку. Вообще, никакое четное, не все, а никакое, никакое четное число получить невозможно. Хорошо. Следующая задача. В строчку, абсолютно на ту же самую тему, в строчку выписаны подряд числа от единицы до 1984. Это специально для того, чтобы у вас не было никакого желания выписывать по-настоящему эти числа. Число большое для того, чтобы вы решали общую задачу. Итак, 1, 2, 3, 1983, 1984. Задача. Можно ли расставить плюсы и минусы между ними? Чтобы получить 1985. А там 84. Да. Написано от одного, все числа от 1 до 1984. Нужно получить 1985.
Вопрос, можно или нет? Оказывается, это очень легко. Думаю. Да, пожалуйста. То получается, что чтобы узнать количество не черных, как нас интересует, надо 1984 разделить на 2. Это будет 992. Значит, количество черных. Стоп, дайте мне написать. 1984, вы говорите, что надо разделить на 2. 992. Это количество нечетных чисел. Да. А если количество нечетных чисел четное, молодец. То можно составить. Молодец, все правильно. Конечно. Если у нас, на четные числа вообще не смотрим, 992 нечетных числа, то как не ставь знаки, все равно сумма или там результат будет четный. А если здесь стоит поставить нечетное число. Что говоришь? Все плюсы поставить. Что сумма будет четной. Вообще пойми, хоть ты пишешь сумму, хоть разность, четность от этого не меняется. По той простой причине, что сумма отличается от разности за четное число. Понимаете? И вот поэтому вот эти числа, они одной четности. Все, спасибо, все правильно. Так, ребята, очень простая задача, 446-я. Рассмотрим первые 50 натуральных чисел. Рассмотрим первые 50 натуральных чисел. Тише. Сумма никаких 36 из них не равна сумме никаких, сумме оставшихся 14. Значит, давайте, задача такая. Нужно разбить множество из первых 50 натуральных чисел на две части. Чтобы в одной было 36 чисел, а в другой 14. И чтобы сумма вот этих вот слагаемых равнялась сумме этих. Вот вопрос. Можно или нельзя? Числа, которые, повторяю, в нашем распоряжении есть, это числа от 1 до 10. Задачка очень легкая. Господа, напишите, это абсолютно разумная мысль. Он берет
самые большие 14 чисел. Так, и давайте вот на этой на чистой доске напишите 1 плюс 2 плюс 3 и так далее, плюс 35 плюс 36. Разумная абсолютная идея. Мы можем легко узнать, с чем уровнем это давай. Складываем, значит, первую. Да, совершенно верно. Таких пар будет 7. Разбиваем на пары 37 и 50, 38 и 49, 39 и 48 и так далее. Да. Давай, умножай быстрее. 87 умножить на 7. 9 и 609. Очень хорошо. Теперь идем сюда. Теперь, когда, значит, тут у нас 37, таких пар будет 18. Да, пиши. 37. Да, абсолютно разумный идея. Да. Да. И 37 еще, да, прибавь. Так, и сколько у нас будет? 660. 666. Да. Это больше, чем 666. Хотя мы тут взяли самые большие. Здесь берем самые большие. Здесь берем самые маленькие. И получается, что даже если берем самые маленькие, все равно будет больше. Спасибо. Ну, господа, это хотя и правильное решение, но сегодня мы весь день решали задачи по-другому. Мы весь день сегодня решали задачи при помощи четности. Интересно, можно вот эту задачу про 36 и 14 решить при помощи четности или нет? То есть вот то, что нам сейчас рассказали, безусловно, правда, но, что называется, не та правда, которую я хотел услышать. Да ладно вам. При помощи идей четности. Сумма чисел от 1 до 50, она какая? Четная. А если подумать? Нечетная. Сколько нечетных слагаемых среди чисел от 1 до 50? 25. Нечетные. А можно взять первую последнюю цифру и умножить на 20. Вы начали очки складывать за 5 минут до конца урока, это честно. Потому что вы не хотите слушать то, что будет. Не знаю, меня всегда удивляют люди, которые там, скажем, концерт прослушали. Но за 2 минуты до него, значит, самое первое, до конца бегут и начинают. Это так странно, такое человеческое желание. Зачем предыдущие 2 часа сидел? Можно же было сразу убежать. Запомнился. Я понимаю, да. Обмануть всех. Это да. Конечно. Самое хитрое. Итак, 25 нечетных чисел. 25 нечетных чисел. Сумма их. Ну, кстати, можно и посчитать таким же способом, как только что мы считали. 51, но надо будет умножить на 25, да? Эта сумма, безусловно, нечетная. Так что, господа, числа 36 и 14 в этой задаче – это лишние условия. Никаким образом невозможно разбить числа от 1 до 50 на 2 группы, чтобы сумма чисел в одной из них равнялась бы сумме чисел в другой. И последняя задача сегодняшняя. На доске написаны в строчку нечетные числа. 1993 числа. Неизвестно какие. На доске написаны в строку 1993 целых числа. Докажите,
что можно одно из них стереть, чтобы оставшаяся сумма была бы четной. И такой же вопрос. Если на доске 1992 целых числа, всегда ли можно одно из них стереть так, чтобы сумма оставшихся чисел была бы четной? Да, пожалуйста. Если одно из целых чисел равняется одному, тогда можно. А если не равняется одному, мы же не знаем. Если в этой. Если есть нечетные числа, то можно. Не то. Ребят, вот эта задача попроще, вот эта задача попроще, давайте подумаем о ней. На доске 1992 числа. Мы про них ничего не знаем, мы знаем, что они целые. Всегда ли можно гарантировать, что какое-то число одно зачеркнешь и останется четная сумма? Нет. Или бывают случаи, когда это гарантировать невозможно? Бывает. Бывает, какой? Да? Если все 1992 числа нечетные. Конечно. Господа, если это все единицы. Пусть это просто одно и то же число 1. 1, 1, 1, 1, 1, так написано 1992 раза. Вы понимаете, что тогда какую единицу не зачеркиваем, все равно. Зачеркиваем одну единицу. Сколько остается чисел? 1992. Нечетная. Сумма будет, разумеется, нечетная. То есть здесь ответ. Нет, не всегда. Не всегда можно вычеркнуть одно число, чтобы осталась четная сумма. Так, теперь здесь вопрос. Но если здесь опять тоже они единицы, то... Нет, вариантов очень много. Да. А если там есть нечетные числа, то там... Дайте быстро расскажу. Значит, на самом деле от вас требовалось следующее. Сказать, что есть вообще такие случаи. Все числа нечетные. Тогда скажите, пожалуйста, можно зачеркнуть или нельзя? Нельзя. Любое зачеркиваешь. И получается, сколько нечетных слагаемых? Четное количество. 1992. Четное количество. И результат будет какой? Нечетный. Когда 1992 слагаемых, результат будет четный. Хорошо. Следующий случай. Все числа четные. Вы понимаете, что тогда вообще проблем нет? Да. Они все четные, когда вы их складываешь, неважно, сколько их, все равно четное. Хорошо. И, наконец, следующий вариант. Есть и те, и те. То есть хотя бы одно нечетное число и хотя бы одно четное. Да. То зачеркнем то, что нечетное. То, которое надо. Неправда, то, которое надо. То, которое надо. Потому что посчитаем сумму всех. Если она четная, зачеркиваем четность. Если она нечетная, зачеркиваем нечетная. В любом случае мы разберем. Ну, просто у меня время уже закончилось, поэтому...